насчет ебашек надо. Так, кто у нас? Нам собрали, наверное. Че, это регнем три новых, я это, не ханавр вещь какой-нибудь, ну полиролики, а че ходить за одними камнями? Это мы какой регнем? Не ханавр. Не, вот это мы сейчас разрушили, да? Разрушенный зал. Да, ну ты самое говно предложил, конечно. Как-нибудь потом сходим вместе, я тоже, может, завтра там загоню, сделаю, потом сходим вечером. Давай не в этот раз. Блять, ты тоже надо саму сделать. Хотя по факту мне этот третий спек вообще не нужен. Но кристаллов уже пиздец сколько. Ой-ой. Уже по 50 кристаллов, так я бегу, ща. Ой, ебут, чипшот, станчик. Пиздец. 600 хп, блядь. Бля, чё-то, конечно, обидно. В прошлый раз мы прям быстро собрали. Да и там и пуги более-менее тоже некоторые были. То есть вагонов не так много. Не знаю, это сейчас даже вообще никто не пишет. И он написал за полчаса один лог 245, и вот сейчас хан под конец 265. И то я ему говорю, бля, это уже, скорее всего, урон. Что-то какая-то херня. Да, кто-то собирал. Ну, видишь, надо себя просто зарекомендовать среди пугов, чтобы они знали, что мы каждую субботу по вечерам собираем на фул. Они будут ждать нас. И ходить в наш рейд. Просто видишь. Мы тут еще новенькие. Кто решается с пугами на фул собирать. Вроде ты гильдия заебись там, через шифт смотришь, а там хуй его знает. Это люди, что же люди не привыкшие. А чё тут, вести шаг или чё? Не, пока по минимуму идем слева, справа, нахуй нужно. Блять, это, конечно, Т5 Мершаму, блять, такая хуйня запарна. Ты вот набрал вот эти стаки, чтобы лужу скинуть. А после этого, блять, типа ты хилишь, какого-то, блять, импакта в этот момент нету по рейду. То есть тебе надо заново набирать стаки, 5 стаков, это быстрина волна по таргетам. То есть АОЕ хила вообще никакого нету, блять. Как-то они его не доапали. Я бы, знаешь, как сделал, допустим, если ты под 5 стаками кастуешь, пока у тебя лужа КД, кого-то волну под быстриной, то там какой-то АОЕ хил, знаешь, идет типа как от частицы. Упало. Был бы заебись. Так, блядь, слабовато, я, конечно, немного какая-то. Одна лужа, это хуйня. Да и тоже, блин, запарно. И стаки. Ну хулипал это вообще пиздец. Я посмотрел хулипалов в Т5. Вообще, да. Что они из него сделали? Какие-то шоки, блядь. Да его тоже, да, Эрдру, блядь, тоже сделали какого-то директ хила, блядь, с прожимкой с какой-то. Ну да, да, то есть так, знаешь, чисто по фану потестить 4 куска, посмотреть, что это такое. Ну, я так общался с паладинами, знающими, они говорят, на сложных энкаунтерах за лупа. На это есть вершамы, и друиды. Ну, 2Т10, 2Т5 это еще ладно.
То есть там увеличивается, как бы у тебя еще бафается, да, помимо этого, от 2-10 еще апается, там же увеличивается время, ну, короче, быстрее каст, это свет небес идет, правильно, от 2-5. В этом-то, конечно, есть профит. Я просто видел, она в 4-5 бегала, я такой думаю, блядь, а она ли это вообще играет? Ну, если сейчас бегает так, то норм, чё. Я так и подумал, если честно. Исправиться. Ну на хиле да, блять, но если имбецила на ДД нахуй ловят лужи по КД и стоят в упор к боссу, блять, и ловят по 2 плюс типа, то блять слово вот это а жопу сгорит. Друг какого-то хуя ставит. Не, ну вот мы последний раз в ДВ мы вдвоем хилили. Ну, все, она полипала. И то, блядь, холипал отлетел, нахуй, я в соло хилил. Да, блядь, холипал тоже. А чё за холипал? Ну, Розари же, по-моему. А... Ну, какой-то новый, короче. Не, типа, там вот в Т5 в Иршаме можно, да, в соло хилить вообще на изи. Но, блядь, там должны ДД вообще не слакать с этими лужами. Если будет какой-то левый урон в тот момент, когда проседает танк с мобом и про процентажи, если будет тьма давить, можно танка проебать, если ты начнешь ДД подымать по порылах. Ага. То есть я вот когда паладин умер, блядь, я смотрю, там ДДшники ловят лужу, блядь, я даю один чайник, а потом думаю, блядь, кто не выбежал на второй тик, земля вам рубероидом. То есть я там даже ДД на фул не подумал, я приором тебя держал. А чё мы прыгнули, кстати? Вы чё, открыли наверху? Угу. Блядь, сейчас. А я глазом бегу. Только не пульте, босс. Или уже с пулей. Ну, блядь, живите под хиль там, под хиль. Я бегу. Блядь, да я что-то говорил и не смотрел в чат, блядь. Смотрел как-то никуда. Смотри, авар, блядь, ждет внизу. Еще не догадался, что надо глазом выйти. Там же дверь не закрылась, я надеюсь. Не знаю. Посмотри, бля. Так, закрылась. Да ёбаный в рот. Ну если что, подойдите к двери, я просто волной в себя покастую, там, ну, а попробую. Ща. Не кастуй чайники, малый хиль, ну и нахуй. Вон, фонта под дверью. Всё, дамаж. Сейчас ещё талант пропрокает. Нормально. Не хочет твой дупрок попасть. Авар к вам что ли с трэшем прибежал? А, ты гля, он, блядь, снизу все это время был. Кто? Бля, ебать-то урод. Бля, почему он такой тупой? Кто-кто, вар? Да вар, блядь, он, ты понимаешь, он стоял трэш танчил снизу. Он не догадался, что надо глазом выйти, блядь, с инста. Лоу. Блядь. Тресните, пожалуйста. Че тут много? Встану, короче, пусть.
А, это Шамагол. Ну тогда все понятно. Let's go. Ну а чё ты в ФДК будешь спекаться-то? Я... Куда деваться, блядь, да? Ну куда-нибудь, но... Да не, мне так-то похуй. Хули этот... Не, ну, блядь, что лужа, если... что? А вот это от хила, он чё, как хота, что ли, вешается? Какой? Ну вот этот, от Т5 в бладе. Бля, чё, ебать, да? Мне опять встанет, пиздюют. Да пиздец. Блять, да ебаные эти роги! Какого хуя? Они тебе дают саб, и мне дают но... чип, просто, бля, пиздят, нахуй. Короче, блять. Да они хиль дамаж, они живут. О, меня резнули, брат. Так, чё там, хота вот эта, блядь, ты, она как демон хота остался. Вешается? Ну, по идее, должна да, быть. Да. То есть это не моментальный хил. Да, да, как вот, там что-то написано 4% хп каждую секунду в течение 6 секунд. Ну, походу, это хуйня всё. Какая-то вообще блевота. Ну, это по-любому надо спекать тебе в ФДК, тут, по-моему, даже гадалки. Там не хуй ловить вообще. Не, ну, типа... По фанчику можно в АДК спекнуться, плюс ты бафнешь пацанчика в рейде на шипешках и котах. Ну я да, но блять, там такая звука. Там АУЕ агро хорошая от петов этих. АУЕ агро. Ну оно как бы, блять, понимаешь, если была бы цель, это АУЕ там. Не, ну в ЗС это неплохая тема, например. Так да ты знаю, пуляй, я... Трэш, что ли? Не, ну видишь, если ты не хочешь просто чисто каноном изменять танк БДК не ебёт, это, конечно, все понятно, но в нынешних реалиях тоже какой-то профит надо иметь от своего. Так у меня профит во всех спеках, у меня и там на рейд. Конечно, руки, когда есть, это заебись, это замещает, блядь, убогость спека, может, там можно какие-то вещи показывать, но, блядь... Блад, я так понял, вообще на туре взял. То есть я сколько видел ДКшников Т5. Ну вот прям ни одного нету в Бладе. Вот вообще прям. То есть плюс Фрост, вот это лужа, его она стакается с другими резистами, ну блять, это вообще имба. И плюс у него там абсорбы свои. Фак, блять. Просто оп. Похуй там с двуручкой, ты поебать. Просто не брать этот талант, и все, что-то другое взять. Там же можно подумать, что ли? Ну, можно как канок ебать, два нитриуса одеть. Не, да это бред. Там единый удар зависит. Ну, там урон оружия, да, это понятно. Ну как бы тоже это не панацея, понимаешь? Ну да. Ну абсорб, абсорб, один хуй. Не, ну его не, проще, ну... наверное, хилить, хуй знает. Блин, да, кстати, его проще хилить. Ну абсорб перекрывает, дохуя. Ну конечно. Ну по итогу... Ну да, он эффективнее будет. Но воли мертвых у него нет уже, то есть... Шот, если будет, то пиздец. Не ревностно, нихуя. Но есть абсорб, когда если хил споканет, что-то не вовремя начнут касть, то этот абсорб может и спасти пета. Не, там заебись спек. Ну, ждем, погоняем тоже. В этом 4Т4. Это вы-то, блядь, 5% выносливости, они тоже не валяются, как на земле. Ну да, и деф по рейду. Ну да, видишь, вот оно
тут есть такие, да, Т4 сета, вот Ршам, блядь, ДК. Они чисто из-за статов хуеваты. В остальном, бля, они вообще топ. То есть там вот чайник вот этот от 4 кусков, там написано 10%, но там все, сука, 30, а то и 40. Не 50, конечно, блядь, но явно больше 10, что будет вот этот второй чайник. Вот. Но, блядь, вот чисто статы. Все руины. Ждать на 6 теперь. Ну, это, блядь, еще долго. Блять, надеюсь, они там включат свой ебучий мозг и сделают по товаров нормальными пацанами. Так а в Т10 там же и бонус, если заходит критовый хил от чайника, там же вешается хота. Там и надо спамить чайник. То есть ты быстрину вешаешь чисто, чтобы обновить стаки от реликвии, и все. В остальном тупо чайник, даже в танка чайник, то есть там волной вообще нахуй ничего не надо. Ну, хасту можно чисто, знаешь, если танк где-то поднять надо быстро волной, прямой. А это так там это? Вообще... Это ты про Т-10? Да, про Т-10. Но тут Т-4 лучше, чем Т-10. Чисто для профита рейта моментальный хил лучше, чем эта позорная фото. А... Ну, по два куска, это знаешь, на таких боссах, где нету поступающего урона постоянно, типа как проф, синдра, то можно бегать чисто там, где, ну, в основном ты держишь танков и какие-то метки. Как на гнили там какую-то хуйню поднять в обычку. А так, я вот сам в СЛК, я фулл Т4 хожу. Сейчас я так чисто Т5 одел, просто чтобы привыкнуть, но там приором, ну, Т4. Сука, тоже хочу шамана, ебаный дрон. Да я вот тоже думал, кого создавать, думал, блин, сделать холипалы, что ли. Не играл, потом думал, ой, ну нахуй, шаманы топ, блядь. Шаманы топ, но холипал мне нравится, именно частица. Ну да, он в этом плане заебись. Я кайфовал, вот. Не знаю, не, ну, блядь, пусть знает, там разные какие-то сеты есть, это интересно. Чисто вот интерес, что это Т5, Т4. Но мне холипалом понравилось тупо два босса Ануб и ВК-25. Это когда два танка там на трэше, блять, один босса и хуяриваю частицу на этого МТ и хуярю ХПС, ебать, топ. Ну чисто 100 ХПС покайфовать. Ну и ВРС-ки свет хилить. Ебать, там три цели просто хилить. Протопал, МТ и кот, блять. Или Ршам, если он нитка выносит. И все, пиздец. Не, ну... В принципе, я отталкиваюсь интересный класс не только в ПВЕ, то есть меня ПВП тоже интересует. ПВЕ ПВЕшкой, но, блядь, разнообразить как-то, но в ПВП хипал это, блядь, бог хила однозначно. По выживаемости и по всему, это такая мразь, блядь. Когда эта мразь еще у него напрокает клинкса, блядь. Забей просто, с тебя ничего не сдиспелить, но все в резисты уходит, вот такая залупа противная. Mm-hmm. Сильный хил, ну, в каком-то плане, может, для кого-то скучно, ну, для тех, кто им играл, может быть, опять же таки. Слишком далеко. Ну вот, судя по Т5, блять, хорошо, что я не сделал холипала. Как-то меты придерживаться хочется, и, ну, шмот лутать, как-никак рисованный, как-то в нем бегать. Ну, по профиту, блядь, пал такое себе. Ну, это видишь, если все хилы будут в Т5, это шаман становится холипалом, блядь, ярдру становится полушаманом каким-то нахуй, а холипал становится перемешку, блядь, ярдру и ершам. Ну, что-то, блядь, какая-то странная хуйня, хуй знает. Ну, видишь, тоже иметь все сеты неплохо. Где-то тот одел, где-то тот. И заебись. Да, конечно, если бы не Сирус, я не знаю, если бы я
Да, я бы тоже, наверное, удалил бы Вов. Я бы уже удалил, наверное, Вов, нахуй. Ну, это, наверное, потому что следующие аддоны я пробовал, блядь, ну, херня. Там говно начинается. Вообще. Катаклизм, мертвые везде сервера, Пандария, блядь, вообще, я не понял этого смысла, что там происходит. Не, ну, так-то, может, можно было бы поиграть, там, вроде говорят, PvP интересное. Ну, хуй знает, тоже сервера полумертвые с этой Пандарией, а дальше хз. Не, ну, говорят, там есть интересные рейды, тоже можно что-то побегать. Но, опять же, я смотрел онлайн на серверах, на пиратках, и это оставляет желать лучшего. Всю же лич, как я начал, он прям зацепил. Топ-аддон. Сирус его преобразил в разы. Конечно, не без косяков, но... Он относительно новый. То есть контент все еще будет фикситься. Дай бог, когда-то будет все выглядеть более-менее идеально и играбельно. Надо вот все танка какого-то запилить в скором времени. Я вот думаю, кого. Протовара или протопала. Блядь, не мучайся, не бей протовара, блядь. Ну, блин. Хз. Ты опять услышал, не белый ключ. Ебанулся босс, что ли? А его надо в углу держать же. Он что-то выйдет. Да хуй его знает. Опа. А чё, сердолик еще упал сверху? Пока не... А, блядь, хуй. Другой, блядь. Забери с меня, о. Вот же. Куликами. Вор. Так, чё там, механар? Чё, сука, за мобы-то? Блин, я там торту должен, полирольку. Но у меня не хотят ДС-ы покупать, пиздец. Так, чё там? Ты где их продаешь? Да, красную. А, уки продаю, там пиздец, блядь. Выложил по 1000, когда там... Минимальная цена была 1050-1100. Хуяк, я на следующий день захожу, смотрю, а там уже цены по 800 голды и по 850. Чё за хуйня, блядь? Давай-давай, провара. Так. Так, тут надо похилить, я слышу. Кто-то еще он истории вчера рассказывал, кто-то там ДС-ы плодит, блядь, багом у себя и продает. Аж страшно стало, блядь, как вообще день думать теперь. Так, ну что, у вас тут собралось? Не, ВПЕ это давно старый же, это аддон, который этот дюпает ДС. Ну, в принципе, все дюп. Я им помог с Ломаном. У вас собрался рейд? Нет. Уже ро как полчаса. Понятно. Ой, блядь, знаешь, что я не сделал? Я не лутанул эту хуйню эссенс. Ёбаный дрог. Бля, а чё с огром? Ну было же тут 8. Ярости недостаточно. Чё ты говоришь, там какой-то аддон плодит это тем или чё? ВПЕ, ну. Я просто слышал когда-то про это что-то. Ну, блять, мне это даже не интересовало этим заниматься, промышлять. Нахуй надо. Я за честность. Не знаю, я когда... В 2008 году на этом на БК играл, мы там тоже дюпали все.
Ну ладно, это на какой-то мертвой пиратке этим промышляет, ну блять, тут. Ну хуман. Бля, забери. Не знаю, кого бить. Кого не тыкнешь, тебе глух. Бей врача, не прогадаю. Да не на меня тут. Ну вы, блин, проснулись, конечно, вовремя. Уже полчаса как разошлись. Что там, народу совсем мало было? Ну, было 20 человек, почти 19, но РДДшек не было, вообще не писали. Вот я спамил последний час, вообще написало два вагона, блядь, и пиздец. Так, кого тут хуяли? Кто этого пидора? Да. Да, что-то в этот раз не повезло нам, чтобы было ночного. В прошлый раз собрались заебись, но эти дисконы начались. Регланы. Блядские. Ребята, ребята. Бережете вы себя. Да ты себя не бережешь, ходишь непонятно с кем в Каругер, блять. Это да. Ты знаешь, это мой крест, видимо, Эльдазар. По-моему, Войд спит. Больше на такие мувы я не соглашусь. Чё, куда надо идти? Сука. Вот, вот. Видите же ступеньку. Ну, знаете, как говорится, не повезло в CLK-25, повезет в десятки опыта. Да, надо походу хуй забить на осколки и ходить, блядь, типа вам продавать проход. Да. Да. Вот, допустим, я бы сейчас с удовольствием сходил бы. Чё-то хуй знает, я уже залипаю, сам сижу, пока этот сбор шел в обычку. Надо было сразу делать рот, тогда можно будет сходить. Да и кто сейчас пройдет? О, подожди, АФК, тут кто-то пиздец у меня во дворе. Я тебе могу сказать, что Локи пойдет. Что батя Фиксиков пойдет. Лёша пойдет. Войд пойдет. Мозер пойдет. Простя пойдет. Все пойду. И я пойду. Куда? Целка. А кто не пойдет, тот пойдет нахуй. Ты про какое орел? Не, в гербу пошел. Да ну нахуй эту обычку, в гербу пошел. Вот в герб тоже можно сходить, но герб надолго, сам понимаешь. Ну а, блин, в десятку неохота. Смотри, вот объясни мне, пожалуйста, дураку. Вот смотри, идет ДВшный рейд, он идет до 16.00. 18.00 начинается вечерний рейд. Как можно собрать в начале недели ту же самую десятку ХМ, если все за 2 часа не смогут, во-первых, собраться, во-вторых, закрыть на фул? Никак. А значит, или рейды будут ночные, когда все уже уставшие хотят спать, или ближе к концу недели. Налево, налево. Парадокс. Но так оно и получается. Ну, я с удовольствием скажу, к этому пришли. Не, ну видишь, в прошлом на том, когда я все на изи собрал. Десятку хэм? И там и десятки мы какие-то ходили тоже вечером, блять, 25-ку собрали. Короче, я не против куда-то сходить. Соберешь, я пойду. Я на прошлой неделе собрал десятку и обычку, и хрем на фул закрыл. На поза той неделе точно так же. И на поза той неделе так. Я 3 недели подряд закрываю спокойно. И на этой тоже буду собирать. Но насчет сегодня, что-то как-то мне уже не хочется. 2 часа ночи у меня.
никак не. Вот, допустим, завтра было бы можно. Завтра, смотри, закроют ДВшники все рейды. Даже не завтра, он в понедельник. В понедельник вообще заебись. Завтра ДВшники все закроют. Вечерники. Что у вечерников осталось? Да хуя чё. Чё, РСЦЛК. Ну и ладно, ну и пускай они закрывают. А я тогда ДВшным составом пойду в десятку обычку потом. Лёха. Даже после РТ на 4 часа вообще сверх того, сколько потребуется времени на все это дело. А потом уйти на ОКХМ. Вообще нормально. Он в 16.00 заканчивается. 2 часа перед вечерним РТ. И потом еще 2 часа они в среднем траят какой-нибудь рейд. А потом уходят на ОКХМ. Вообще нормально. 4 часа. Сверх дофига времени. Да какой-то кристалл я поднял, что делать? А первый поднимал. А? Вон, трэш. Пойди чарж. Пойди второй. Вон, ребят, пойдите завтра, если что, давайте ему на завтра могу поставить десяточку. Или хэм, или обычку. Не вообще, кстати. После дневного я точно не пойду. У меня рейд в РС. Завтра у нас всего лишь Джайна и Лич. Ну вот завтра зайдешь, блядь, 25 вайп. Блядь, я захожу на этой неделе уже один раз, и сразу же с этого пула забираются эти боссы. Я зашел на Джайну, сделал один пул, но я с опозданием пришел с работы, я сделал один пул, и мы убили Джайну. Я захожу в РС, ну там да, там был косяк, там со второго пула мы закрыли. Халео. Мы с тобой это никак не связано. Как это так? Как это так? Ваш любимый прист пришел и все вам там захуярил. Просто вагонов из рейда убрали. Че это хуйню открыть или че? У нас, по-моему, вообще никогда не было вагонов на этих боссах. А че за хуйня? Не открывается хуя. Да забей, то говно падает нахуй не тебе нужно. Че, выкинуть это говно может тогда, да? Давай, поднимайся. Поднимайся, давай, тут танчить пора. Вар умирает. Прости, умирает. Мальдазару осталось одно тело. Один РДшник, 265. Там чё, босс? Упорный парень. Кстати, вчера пошел с ним в это... как раз Кражан. Решил его осмотреть. Бля, Войт, ну... Страшно. Заметил, у него сикстанта. Спрашиваю, ты сикстанта задонатил? Он говорит, нет. Говорит, с ДВ состава забрал. Я говорю, как ты мог забрать с ДВ состава сикстант, если последний раз, когда он падал, его забрал Мозер? Он говорит, ну я с вечернего. Вечерний состав не ходил. И ты на нем ходишь варом. Говорит, блять, не получилось, наебать. И все равно, даже с этой трини и 4Т5, он же говорил, что в Аркана будет спекаться. Че он спекнулся, это, в Фрост... Кто его надоумил?
кто, я не понимаю, кто кого. Да его Леха задизморалил просто с Йорком. Мальдазар, Мальдазар. Главное, говорит, это... Я в Аркане буду ДПСить, блядь, пизжу всех. Ну давай. Проходит один день, он уже по прости бегает. Просто стойте, туннельте, не бегайте. Какое-то говно за неделю. Прикольный чувак. Блять, по товар, ну. Меня бьют. Да он не может этих мобов подрость снять. Я знаю. Но он же по товар. Пианик тут? Мальдазар, здравствуй. Здорово. Пианист тут? Или гитарист кто-нибудь? Курва. Один раз за такие шутки чувака на 2 недели в мут отправили. А я чё, пошутил что ли? Значит, еще на полный слайд, но ты на месяц можешь лететь. Бля, ну если не пошутил, тут реально полмесяца. Я сказал, тут есть пианист или гитарист. Чё, в чём, что я не так сказал? Может, ник себе сделать гитарист? А этот Войд сделает себе пианист. Но меня не волнует, если ты япончика не хочешь забить себя. Нет, давай ты сделаешь баянист. Я, короче, буду гитарист. Не пуга еще добрать с ником петухист. Стой, назад, назад. Ребята, один нужен. Блять, что с моим персоном? Создать гильдию веселый ансамбль, блять. Да, да, да. Амелита это пук? Амелита это шамагол. Думал. Да. Чё там, тебе один РДДшник нужен? Так, успехи. Ну, пока не дособрал. У босса со шкафом стоит. Он, иди бери моего лока и иди. У меня 2 лока в пати. А зачем тебе 2 лока в пати? Ну, у меня, я говорю, и так 2 лока в пати. Ну, я не пойду. Мне вчерашний охот. Я вам сейчас еще ласта помог ребятам убить за адмираловского ДЦ. Не хочу сейчас сильно жесткие рейды идти. Я по лайту куда-нибудь сходил. Карл. Ну не лайту. Сука, что тут так треша много? Что еще появится? Я смотрю, что Паша ПТС поднял. Сейчас. Мы стали разгоняться побыстрее. Но ДПС у нас по нерфе на 1%. Общий ДПС по нерфе на 1%. У нас до этого было 5 стаков. Мы разгонялись по 20% каждый. Соответственно, за 5 стаков 100%. Сейчас сделали 3 стака от 4 до 5. И каждый стак накапливает не 20%, а 33%. Соответственно, 99% вместо 100. Разгоняться стали быстрее, а ДПС общий упал.
Это просто на фоне остальных фиксов, фиксов других классов, мы, может быть, кажемся чуть-чуть выше. Но на самом деле у нас ДПС не изменился. Даже чуть-чуть упал. Ты шутишь? Нет. Конечно. Я почитал то, что скинул Фарада в Дискорд. Почитал-то почитал. А как этого посты выиграли с ДПС? Они выиграли ничего. Чего они не получили в ДПС? Кстати, на трёхе то, что ты разряжаешь на трёхе, это разные вещи. Нет. А мне разряжают стаки, там просто дот усиливают. Смотри, мы не разряжаем стаки, у нас каждый стак просто увеличивает процентное соотношение увеличенного урона от каждой доты. Вот и все. А каждая дота у нас раньше увеличила по 20%, а сейчас на 30%. По 3 раза. Допустим, что раньше было, сейчас 30%. То есть, кстати, дота будет 30%. А раньше было первое, кстати, 20%. Ну, даже если это и так, то об этом ничего не написано. Я думаю, что это просто от характеристик каждого персонажа зависит. От его старта. Чё говорит Лёха? Просто говорю о том, что... Смотри, первый стак 33%. Там было первый стак 20%. Ну? То есть ДПС ты выигрываешь на первом стаке на сколько процентов? На нет, ты, я ж тебе говорю, ты итоговом ДПС ты ничего не выиграешь, ты просто... разгоняться. Да, ты разгоняешься на сколько секунд? Так, 2, 4, 6, 7, 8, 3. Ну, почти на 20 секунд мы быстрее разгоняемся. На 20 секунд быстрее. Примерно. За врагом все. А общий ДПС, то есть, когда оканчивается бой, нас даже, ну, поменьше, чем мы раньше били. Но не могу не заметить такой факт, что раньше у меня под проком всех три еле-еле набегало 70 косарей прок, взрыв. Когда я сбивался в свои стаки. Я это все завязываю. Сейчас он прилетает по 75 тысяч. Примерно. Бля, один нужен. 75.